Я вас приветствую, друзья. Хотелось бы сегодня вот это видео очень интересное, которое я назвал «Просто и дешево». Речь пойдет у нас о обыкновенной селфи-палке. По-моему, вы знаете, что такое селфи-палка. Сейчас я вам покажу ее. Она продается во многих магазинах. Стоит она в среднем 70 гривен. Обыкновенная китайская селфи-палка. Вот сейчас я вам покажу, что она из себя представляет, как она крепится. Вот это ее основная сама палка. Вот она крепится к держателю, так сказать, смарт-держатель, который крепит сам телефон, смартфон, тем самым дает работать самой селфи-палке. Ну, мы сейчас ее разберем дальше. Во многих фотомагазинах продается обыкновенный тренок. Вот сейчас мы из обыкновенного верхней части держателя и тренога сделаем хороший смарт-держатель или подставка для смартфона. Это очень удобная штука, она отдельно продается, стоит она недешево. А зачем нам покупать отдельно смарт-держатель, когда можно будет просто при наличии тренога и селфи-палки вот сделать такую штуку. Дальше мы смотрим. Разберем ее сейчас и перейдем к самой вот этой селфи-палке. Смотрите, что я сделал. Вот эта селфи-палка. Вот в нижней части вот здесь я крепил обыкновенную вот эту за 20 копеек шайбу, которая продается во многих хозяйственных магазинах. Да, вот я здесь зачистил, зашкурил, обезжирил и прикрепил вот эту с помощью клея вот эту шайбу. Желательно брать ее с фиксацией. Да, можно и в горячем виде ставить, но обязательно на клей. И что у нас получилось? Вот эта селфи-палка при наличии вот этого тренога, обыкновенно мы превратили ее в микро-монопод. Я думаю, вы знаете, что такое микро-монопод и вообще, что такое монопод. И монопод – это устройство для видео-фотосъемки. Ну, она у нас получилась для съемки с помощью смартфона. Мы можем ее поставить на ровную поверхность, тем самым зафиксировать наш смартфон, выдвинуть штангу на любую высоту и проводить съемку, также смотреть фильмы и работать в интернете. Но надо учесть, что тяжелые смартфоны выше 6 по диагонали дюймов желательно не ставить, потому что не совсем устойчивый у нас тренок, он на такие тяжелые не рекомендуется ставить, потому что он будет неустойчиво держать. Ну, с помощью ножек пружинчатых можно выставить, но нежелательно тяжелые ставить. Да. Вот сейчас у меня стоит 5.3 Samsung Galaxy DOS 2. И вполне нормально, с помощью выдвижной штанги можно будет его фиксировать, смотреть и фотографировать, и вести видеосъемку. Очень просто, удобно, а главное, дешево. Здесь, я думаю, никаких особенностей и затрат нету. Времени тоже много вы не убьете на это все дело. Но главное, вещь очень нужная, полезная. Сейчас мы также ее разберем, поставим, и у нас в резерве всегда будет и селфи-палка, и тем самым монопод. Удачи! Подписывайтесь на наш канал. Будет много очень интересного. До встречи на нашем канале.